работа у заказчика. Деньги нужны мне, понимаешь? Без разницы, какой формулировки. Работа, заказчики. Да. Одно другому не вредит. Да, то есть мне даже не на кого свалить, типа, у меня жена, и она рожает, и дети с ними надо воспитать, да, ты сам себе не нужен, как говорят, психолог. Поэтому остановишься. Вот эта женщина зато сама себе, ну надо, специалист тоже, наверное, не знаю. Просто так, это уже как бы просто так, да. Наверное, да. А кто не его? Быть несчастной такой, не знаю. Серьезно говорю, не шучу даже. Ну, это, наверное, просто... Ну, а в чем проблема-то? А чё бояться-то? Все равно это вопрос времени, когда, не знаю, там, спутники... Ну, прикинь, через 500 тысяч лет везде будут... Просто Землю можно будет смотреть с любой точки зрения вообще. На любом расстоянии. Просто как бы в открытом какой-нибудь, типа... augmented reality пространстве, там. Ну, да. И это нормально, как бы. Чего там плохого-то? А чё бояться-то? А то, что... Слишком подпорный, слишком... Да. С ума сойдёшь, потому что там... Вот, понял меня, да. Пока... Thank you.
богов это выживабельно считается, да? Когда тебе заняться больше нечем. Когда, если у тебя там все отрезано, то есть тебе не. То есть если ты себе макушку отрезаешь, то у тебя. Да. Это у женщин так по-пластунски, потому что они все равно безмозглые, все равно ничего не делают. Ну да. Ну это нормально, это хорошо, потому что они все равно да. На уровне. Это не важно. Слабые женщины слабость. У них слабость это благость, значит, это хорошо. Ну пусть будет как угодно, я не знаю, любое слово, да, все слышишь. Это хорошо, из-за слабости. Да. Типа того, да. Ну как минимум так, да, понимаешь. И за ними ухаживать, ну, да, и так далее. Да. И за счастьем, понимаешь, да. Типа того, да. Возможно, даже у них организм. Ну, меня не касается, это не надоело. То есть, а у мужика слабость это временное такое явление. То есть, вот я что-то не умею и слаб в этом. Или что-то не знаю и слаб в этом пока что. Потому что это всего лишь просто пока, не, пока что нет навыков, пока что не, нет знаний каких-то. Это уже другой вопрос, метод, как получить. И метод это тоже, ну, меня не касается, да, но это в полной мере, да, но про себя так думаю, потому что, да. Я про военных вообще не говорю, они вообще не люди, да. Все просто больше, ну, как бы, да. Просто жить, навесился на кого-то внешнего врага и ходи себе, убивай всех и ненавидь, сходи с ума сколько угодно, да, то есть, да, понимаешь, и сегодня никто это не лечит, и не, да, то есть, это норма для, да, 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 и от этого люди точно не выживают, понимаешь, да. Ну, смотри, ядерная война, эти там поспорили, поставили раз, все, полпланеты нету, я к примеру просто говорю, то есть, это ни о чем просто. Это точно не выживабельность, понимаешь? Точно, однозначно. И в индивидуальном, и вообще во всех зачем. Да, так не защищают, понимаешь? Да, если ты такой, надо защитить себя, там, да, так работать надо, понимаешь? Иди не думай за всю отчизну, ты за себя, что ты для себя, ну, род человеческий. Своих родных хочешь, значит, что ты хочешь, да? Поправдивее давай говори, без всяких пафосов, да. Ну, надо иметь в виду, а что это такая родина у тебя, родина и плевать на тебя. Что такое родина? Место, место, может здесь если китайцами населить, место лучше будет. То есть как бы местности лучше будет. Без, ну, с другим населением, так скажем. Ну, как пример просто я говорю. То есть как бы не надо говорить, то есть местность это немножко не то. Что ты имеешь? Воспоминания детства? Или что имеется в виду? Я не понимаю, да. То есть ты про себя на самом деле все лишь говоришь, да? Да. То есть, что тебе работать не. А, ты хочешь, чтобы здесь было хорошее государство, которое, чтобы оно тебе на халяву давало. Чтобы тебе. То есть ты про. То есть вот оно, гильотина ты где, да? Ну вот и все надо. Чтобы без. Чтобы. Отвори! Чтобы безумным быть, да, чтобы. Да, да. Чтобы. Да, надоел уже просто. Он тебе про себя говорит. Чтобы всем сделать халявное счастье, чтобы мужики не трудились, а просто получали деньги бесплатно, знаешь, да. И женщины не рожали, а просто были счастливыми, да, счастливыми общества, да. Да. И так далее, да. Может яйца? Нет, просто с яйцами. Ты можешь даже думать, что ты, да, это негде даже ошибиться, это всего лишь вопрос времени. Потому что уже реальность давно у вас. Те, кто. Так война это смерть, что никто не знает, что ли. А те, кто смерть занимается, они сами болеют и сходят с ума. Понимаешь, у них всегда будет какой-то враг, который в чем-то виноват. И он виноват в том, что у тебя нет профессии, в том, что ты не можешь да, распорядиться временем, да. В том, что ты безмозглый, что ты разобраться не можешь с собой, что ты не мужик, что ты ограниченный как силой какой-то сумасшедший, да. И так далее, да, то есть всегда на них, да, я тебе про это и говорю. То есть, и все, тебе ты умрешь, ты представь, бах, там, все, и винить некого было, оказывается.
Мне как, видите, сегодня психологи даже про это знают. Ну да, то есть это не какая-то там, вот я тебе говорю, а просто даже не какая-то такая жизненная какая-то мудрость. Это даже уровень психологии обычный, да. То есть, я понимаю, это общеизвестный такой, да. Причем такой обывательской довольно-таки, да. Ну, из фильма «Секрет» кого-нибудь. Ну, то есть обычной такой психологии, какой-то дешевой, который, да, популистской, так скажем, да. Нет, их не надо вещать. Надо быть мужиком. Ну, значит, ты измешь и ждешь ее куда надо тебе. Да, то есть, надо понимать. Я тебе точно говорю, что так, да. Потому что да, нет, ты человек, правильно, вот, но он про себя говорит просто. Значит, есть какие-то варианты, которые ты должен был. Вот ты сейчас в этом положении находишься и видишь, что есть варианты, которые нормально. В этом положении находишься, да. Ничего сверхъестественного, просто, да, даже когда там гунны шли такие, гунны, и здесь такая, типа, Русь-матушка, они такие, ой, мы такие пассивные ждем, ну, терпи тогда, не уёжайся, почему вот, что, понимает, вот, надо работать, ну, да, да, понял, ну, да, не касается, да, то есть, что-то просто усложняешь, ну, и тоже, понимаешь, то есть, как бы, на самом деле, говорить даже не о чем, просто, да, почему я не да, вот чтобы не изменять, не изменять тебе, не изменять, чтобы бездельничать. А бездельничать, то есть жизнь это и есть дело. Понимаешь, для мужчины это и есть дело. Это одно и то же, потому что если ты ничего, следовательно говоря, да. Убивать начинаешь, и люди тебе помогают, потому что бездельники кому нахер не нужны. Популяции ты мешаешь больше всем, да. Ну вот, я понял. Да, вот ты такой, хочу музыки, а там шоу-бизнес. Понимаешь, я просто как-нибудь говорю, чтобы мне было понятно. А там жесткие законы, то есть он никому не нужен, да, то есть, и так же было и с операми, и со всей музыкой, которая такая, музыка, это не музыка, это уже давно, да, кладешь, да, ну, понятно, я, ну, например, я тебе говорю, там шоу-бизнес, то есть там надо, там продаваться надо, там пиариться надо, скажем так, да, надо доказывать, что ты актуален как-то, да, и так далее, да, ну, это один из вариантов, так, банально просто, банально. Там надо деньги зарабатывать, короче. Все измеряется только вот так вот, да. То есть насколько, да, насколько ты нужен людям. То есть, понимаю, это надо. Обычным людям, которые не имеют отношения вообще, которых не надо ничего образовывать там. Если им нравится, они начинают сами интересоваться и сами начинают, да, понимают. И это не обязательно. То есть тебе не надо это делать. То есть самим искусством, то есть. Да, наводишь их на самостоятельное мышление, то есть, как, ну, то есть их уважаешь как художник, потому что человек, так сказать, да, понимает он, да, просто, да, понимает он, да, просто, да, так вот это и есть оно самое, да, одна единственная судьба, понимаешь, почему судьба, да, опять, жизнь просто одна единственная. Это что ты имеешь в виду, что все обязательно трагично должно быть? Что ты имеешь? Почему не просто жизнь? Почему вот не жизнь, а судьба? Что это имеется в виду? Ну, да, что если надо понимать, я просто... Ты же сам себе, ну, не знаю. То есть здесь
хорошо, такая судьба есть какой-то, то есть безысходчина какая-то. То есть ты не мужик, ты пассивное говно. То есть хватит врать-то, работать, да, вот и все. Видишь, сразу куча вариантов. Образование получи, иди узнай, где клиенты, как клиентов найти, и, да, и походи, попродавай, сам сделай, да, поузнавай. Здесь напишешь, узнай, что ты не можешь ничего узнать, узнай, что у тебя, да, что ты не умеешь с людьми общаться, например, или что, да, негативный характер какой-нибудь, нет предпринимательской общительности какой-то там, еще чего-то не выработано, да, не смиряйся, и ты сам найдешь какие-то крючки, рычаги там сказать, да, если так, ну это, да, что так, просто. Ну, к примеру, я тебе говорю, то есть что-то жить можно, но надо иметь в виду, да, да. Мне не касается, я ничего, да больно надо мне, я просто так вообще, да, но это не надо. Ну, то есть, нет, да, 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 понял, что, всякое, да, да. Ты думаешь, что, да, 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 ладно. Еще игра. Нет, всего лишь навыки. Сегодня не получается, завтра еще не получается, послезавтра уже что-то начинает. Да, ну и все. И так всегда, понимаешь, ты посмотри, да, ты, ну, ты. Просто. Я уже ненормальный. Ну все, я не утешаюсь, я просто. Достал уже ты? Ну нет, значит не достал! Ну, он понимает. Ну да, ну все, значит отдохни, нету никаких вариантов, все. Все, иди воюй, короче, иди на Донбасс сразу, или Ванька это сразу, и все, поехал с нахуй. Нет, это не себе. Ну так, ну понял тебя, да. Бытия, то есть потребление людей, то есть, хватит мозги кочкать, что тут непонятного там врать, где врать, блядь? Просто уже, да, да. Да, 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 то есть все просто так бывает, да, да, да. Реализованности не надо. Деньги, средства, да. Да. Соедини, значит, не отдельно деньги и шоу-бизнес, а вот музыка и чтобы за деньги, не знаю. Мне не касается, смотри, да, просто. Да, как вариант, я просто объясняю, да.
отчаиваться нет причин, потому что есть возможность дальше жить еще лучше, чем лучше, если вы угодно, да. Да-да-да, и в том числе и нормально. Но вот это имеет в виду. Вот это... Ну да, все, вот я праздник. Достой себя дел людских каких-то, да. Очень нужно, очень нужно, да. Надо пригодиться, значит, да. Потому что кровная, да. Зачем они так делали? Ничего не надо.
других кто-то не договорил, не договорился. Понял. Вот и все, нет ничего. Поздно уже будет, пожалуйста. Понял. Я тебе сразу же говорю, что ты ничего не ищи, даже у тебя одна единственная жизнь. Да. Делай сразу себе смесь. Thank you.
предложений по реализации Минских